Английский летний микс, называется позиция Кремекс, мешки примерно по 30 килограмм. Так, вот с этикеткой, размер, правда, небольшой. Состояние вещей должно быть хорошее, посмотрим. H&M, юбка большого размера, L-ка. Так, размер небольшой. Бренд Tue, 20 размер, большой размер считается. Далее у нас Марк Спенсер, среднего примерно размера. Туника, хлопок. Так, тут размер средний, примерно 46-48. Так, это Gap XS, хлопок. L-ка. Мужская рубашка с короткими рукавами, состав хлопок. Атмосфера, 40-й европейский размер указан, то есть это получается 46-й российский, но вот тут есть небольшие зацепки. Просто сам материал такой. Так. Платье большого размера. Какой тут вес, точно скажи, пожалуйста. Мне интересно. На крышках. 14. 29,4. 29,4, то есть чуть меньше 29,400 грамм. Вес мешка. Кстати, шорты S-ка. 34 размер. А то мне даже не дают заглянуть на мешки. Просто подносят. Заставляют тут все снимать. Джинсы женские, размер маленький. Так, вискоза. Тоже маленький размер. Все нормально показалось. Так, шорты женские. 42-44. Что за мелочь такая, нижнее белье. Так, мужская рубашка. Состав хлопок, кстати. Очень яркий микс, на мой взгляд. 40-42. Вес мешка небольшой. Амису XS. Так, М-ка. Вещи хорошие, без видимого износа. Вот это лен, например, да, видите, белое. Все чисто белое. 14 указан размер, это большой размер. Дороти Перкинс, 44-й европейский размер указан. Так, здесь у нас S-ка. Шорты новые H&M, 38 размер. Больше всего люблю миксы почему-то. 52 размер. Интереснее, да, и как-то вот в секонд-хенде, именно в отличие от стока, есть душа какая-то, я не знаю, как это объяснить, но смотришь на вещи, есть у них своя история. М-ка, да, я уже, по-моему, заработался. Сейчас все узнают, что же за прилихан. 48 размер, с этикеткой, размер большой, получается где-то 54. У стока нет такого, нет атмосферы какой-то. Секонд все-таки это секонд. Так, вот еще новая вещь у нас. S-ка. Шорты. Так. M-ка H&M. Я все-таки, если кто-то один раз полюбил секонд, это, наверное, любовь на всю жизнь. Так, вот еще одна. Нет, это комбинезон, я думал, платье. Размер небольшой. S-ка. Так, платье M-ка, состав хлопок. 40-й европейский размер. Юбка. Так, кепка. Мужская рубашка размер M. 14 размер. Рубашка мужская среднего, по-моему, размера. Ворот 39 указан. Так, спасибо. S-ка. Яркая
футболка женская. Есть ика размер L, большой размер. Атмосфера 34-36. Размер, кстати, хорошая. Большие, маленькие, средние. Атмосфера, вот тут 40-й указан размер, европейский, то есть должен быть 46-й российский теоретически. Так, бренд Street One, размер, наверное, S-очка здесь. Состояние, кстати, хорошее, пока без какого-либо видимого брака. Партия это очень хорошая пришла к нам, я очень доволен. Так, вот сарафан новый с этикеткой. Ну, кто брал из вас, вы, наверное, сразу поймете, что... Так, вот тут есть какое-то пятнышко. Это пыль, оказывается, что-то такое уводится. Раньше Кремикс, можете посмотреть другие видеообзоры. На мой взгляд, они были чуть похуже, а вот эта партия очень хорошая. Так. New Look 12. Указан размер. Так, Элька. Бренд Джордж. H&M, размер S, шорты, футболка похожа на Эд Харди, есть такой бренд. Это, кстати, льняные шорты, лен плюс хлопок, Street One, бриджи. Так, H&M, размер S, бренд Mango, M-ка. Написано, хотя, по-моему, поменьше размер там. Tail Veil, S-ка. M-ка. Так, H&M размер M, состав хлопок. Штаны троечка размер, тоже в хорошем состоянии. 38 размер указан европейский, это бренд More More, то есть получается 44 российский. Max, туника примерно 46-48 размера, состав хлопок. Так, брюки новые, Марк Спенсер, средний примерно размер. Перуна 12, указан размер. Это средний, может чуть больше среднего. Мужская рубашка 2XL. Так, вот S-ка с этикеткой, здесь тоже у нас что-то новое. 42 размер. Указана эта футболка. Так, купальник. Вот сарафан, по-моему, это... С этикеткой 36-38, то есть 42-44 размера. Комбинезон это оказался не сарафан. Дороти Перкинс, 36 европейский размер. Леска есть, этикетку, видимо, оторвали. Детские, по-моему, да, на 12-13 лет, 152-158 должен быть здесь рост. Два XL, мужская рубашка, хлопок. Так, здесь 38 размер указан европейский, и тут есть пятнышко. Так, вот очередная новая вещь с этикеткой 38 размера. Состав хлопок, бренд Kiabi. Так, H&M, штанишки. Элька, мужская рубашка. Так, еще одна мужская рубашка большого размера. Рубашки хорошие, качественные, из натуральных тканей.
Так, это тоже комбинезончик новый с этикеткой. Бренд New Look. Сорок восьмой. Европейский размер, то есть где-то 54-й российский получается. Вот вновь у нас с этикеткой штанишки. Размер большой, по-моему, был, да? 36-й указан здесь. Бренд Champ, M-ка, полиэстер. Мужская рубашка большого размера. Платье, примерно М-ка. Бренд Оливер, размер 40-й. New Look. Шестой размер там был указан. Так, тоже вот большой размер. Next. Женский, кстати, клёш. Обратите внимание. New Look. Восьмой размер маленький. Так. Бренд New Look. 12-й указан размер. Брюки 42-й размер указан. Тоже новая. И новый купальник здесь у нас, по-моему. Да. Футболка H&M. Так, размер маленький, футболка. Сарафан с этикеткой, очень много этикеток, цена недорогая здесь, 44-46 указаны размеры. То есть это получается где-то 52 размер примерно. Вес мешка 29-400 вроде. Англия, кремикс называется позиция. Это М-ка. Так, Дороти Перкинс. Лосины. Зелень. Юбка 44-го европейского размера, то есть 50-го российского получается. Так, штаны спортивные ХБ. 40-42, 46-й, 48-й российские размеры. Майка бренда Кривит. 42-й размер. Натуральная кожа. Кстати, вот в том мешке у нас был, по-моему, пиджак кожаный, тут жилетка кожаная. В предыдущих партиях не было кожи. И так понятно, что партия-то лучше пришла. Так, вот, например, новая ветровка у нас здесь с этикеткой. Так, это болеро, видимо. Так, осталось совсем немного, это шорты. Буквально пара вещей, и мы завершим наш видеообзор. Так, и вот последняя вещь из этого мешка. На этом мы заканчиваем.